Вот сейчас у меня возникла мысль такая. Я про себя раньше думала, когда вот у меня возникает идея к стихотворению, наверное, короче говоря, я не от мира сего. Ну, взять и такое придумать. И ходя в клуб в НГУ, однажды Иван Игнатьевич Воробьев, всем известный, вдруг заявляет: «А, погоди, все немножко того». А что у нас на ГЭСе, я получила за свой цветник уже 6 дипломов. И вчера там, вплоть до депутат наш Андреев выступал, и нам дарили подарки, такие красивые розы, и такие красивые подарки. И, конечно, я этому рада. Наркоманы больше к моим окнам не подходят. Я их выучила. Не знаю, где-то. А как ты вывела? Я сказала милиции, буду вызывать вас через каждые 10 минут. И попробуйте не прийти. Ну как такой бабушка рядом? Вызывали милицию, и они хотят. Милиция перестала делать вид, что она не знает. Ну, а то, что бывает иногда с прибамбасами, это, ну вот оно, пожалуйста, это стихотворение. Мой цветник и анапист. Под окном мой красивый осенний цветник. Как костер согревает мне душу. Поглядела в окно, и анапист возник. Я поклоны цвету не нарушу. Вот танцует пучок хризантем, по утрам расплескает мне солнце. Обратился и к флоксу затем. В общем, всем он кивает с поклонцем. Сентябринка с белесой росой не цветет. Рядом кружит вся прелесть петуньи. Ох, добавится красок на будущий год запашистых в округе медуней. Удивителен райский тот белый полет, где гортензии машут шарами. Зачарует, захватит, заманит их взлет. Красотой восхищаюсь с друзьями. И клематис пушистый такой, ломонос. Я от запаха этого млею. Поднебесье цветочки уютно вознес. И горжусь я работой своей. Перечислить все цветы, нельзя все цветы за окном. Стих старил домик, я им посвящаю. Пусть украсят ажурную нитью мой дом и приблизят к цветочному раю. Три на 10 земельки всего лишь шашков, и годочков ему не десяток. Воспеваю анаписто, к ритме готов. Прочитать я вам предлагаю. Здорово! А еще вот коротенький разговор с внучкой. Бабуля, привет! Как дела? Веселая хочу, чтоб была. Ох, внучка, ты шутишь, однако. Сама не горюй, забияка. Сегодня работы полно, не сбегала даже в кино. Да полно тебе прибедняться, с компьютером грех расставаться. На сайт поместила стихи, красивые строфы легкие. Спасибо, спасибо, родная, о них вспоминала вчера я. Ох, бабушка, сеть занята, бывает и так, мы и так. Да я подожду, не волнуйся, спокойно, спокойно, дождусь я. Все, может, ты там голодна в своем цветнике допоздна.
Да ладно, да ладно, Ритуля. Диплом получила бабуля. Звонки параллельно, звонки. Металл, черепица, замки. До завтра, моя дорогая. Ты слышишь? Еще я живая.